очень важный, один из важных мероприятий, на котором мы поговорим о основных направлениях развития компании на ближайшие полгода. В данном случае мы с вами обсудим две такие очень важные темы. Первая эта тема – это формирование вендинговой структуры вендинговых операторов. И второе – это токенизация компании, к которой мы уже приступаем. Давайте начнем с первого. Вообще, что такое вендинг, что такое вендинговые операторы и что такое структура? При проведении исследований, которыми мы занимались весь предыдущий год, неожиданно возникла идея, она произросла, так сказать, абсолютно спонтанно и неожиданно, что компания Aquix может заработать достаточно неплохие деньги и очень хорошо протестировать технологию водопаровой кавитации именно в направлении вендингового оборудования. Почему? Потому что эта модель в первую очередь, вендинг – это не просто установка. Вендинг – это модель взаимодействия. Во-первых, это модель популяризации продукции, деятельности компании. Во-вторых, это тот механизм, благодаря которому компания будет сохранять технический контроль, получать дополнительные научные изыскания, сведения. Иначе говоря, это возможность очень эффективно, очень быстро и, самое главное, с минимальными издержками для нашей компании протестировать эффективность и работоспособность технологии Aquix. В частности, в создании напитков, в первую очередь изониума. Почему эта модель была выбрана сейчас в качестве приоритетной? Потому что та модель инвестирования, которая выбрана, она предусматривает, что мы должны добиться определенных результатов, выпустив определенное оборудование. А если мы будем осуществлять техническую деятельность по каждому из направлений в отдельности, то этот бюджет разрастется, во-первых, еще больше, во-вторых, скорее всего, снизится качество. Та модель взаимодействия, которая избрана сейчас, она позволит получить более достоверные, надежные результаты, потому что испытывать, по сути, напиток и технологию изониум будет не один человек, не на одном оборудовании, а на огромном количестве установок. Это будет уже формирование реальной товаропроводящей сети. И самое главное, на этом продукте компания уже может зарабатывать. Следовательно, это то, что идет в доход компании. Следовательно, акции, количество акций, которые подлежат продаже, уменьшается, потому что компания уже приобрела. Следовательно, стоимость всех акций повышается. Помимо этого, вырастает, исходя из тех маркетинговых задач, которые сформированы в нашей компании, остается определенная часть денежных средств, которая идет на дивиденды. Иначе говоря, чем больше мы можем создать продуктов и товаров сейчас, тем меньше акций мы продадим и тем больше заработают наши партнеры. Во-первых, они зарабатывают на повышении стоимости акций. Второе, на том, что будет уже формироваться дивидендный пул, с которого будет вычисляться вознаграждение. Как вообще будет формироваться структура именно вендингового холдинга компании? Дело в том, что в разных юрисдикциях принципиально по-разному подходит к формированию того, что такое вендинг, как он ставится, как он взаимодействует. И нами было принято решение о том, что сама компания Aquix этим заниматься во всех странах мира не должна. Это очень дорого, это очень неэффективно, очень нецелесообразно. Давайте себе представим. В каждой стране компании тогда нужно открыть представительство, провести сертификацию, стандартизацию оборудования, завести туда оборудование, нанять там сотрудников, нанять там персонал, заключить постоянный договор аренды. Это долго, сложно и неэффективно. В этом смысле гораздо более эффективным показала себя передача франшизы, формировав, так сказать, поиска ключевого якорного партнера в конкретной локации, допустим, в Индонезии, куда после чего с этим партнером заключается договор, и он делает уже все сам. Получается, компания Aquix передает ему технологические знания, самое главное, исключительное право на технологию водопаровой кавитации, возможности ее использования,
передает набор рекомендаций по характеру и особенности исследования, отправляет туда специалистов, которые будут контролировать, курировать и проверять использование. При этом уже сам партнер будет заключать договор аренды, проводить сертификацию, стандартизацию. И самое главное, он будет осуществлять текущий контроль, то, на что больше всего тратится средств, потому что тогда компании Agrix нужно открывать филиал в Индонезии. Теперь этого делать не надо. Благодаря тем технологическим решениям, которыми будут оборудованы все наши вендинговые аппараты, это телеметрия, это GPS-навигация, это полный цифровой контроль над аппаратом, нам нет необходимости находиться там. Иначе говоря, специфика формирования аппаратов, их внутреннего программно-аппаратного комплекса сделана таким образом, что компания Agrix может заблокировать работу каждого из аппарата насмерть. Таким образом, вот этот аппарат, который стоит где-то в Индонезии, без доступа к интернету и к блокчейну компании Agrix, без получения разрешения на его использование, превращается в большую груду металлолома. И с ним сделать вы ничего не сможете. Разобрать его и забрать, так сказать, наше ноу-хау тоже невозможно, потому что аппарат построен таким образом, что основное в нем не металлическая составляющая, не коллапсационная камера, не элемент, а именно программно-аппаратный комплекс, программа, которая определяет, как его изменять, какие добавки в какой момент дополнять. Таким образом, мы пришли к тому, исполнению того, что полтора года назад было только красивой мечтой. Это реальный бизнес, построенный на деятельности в области водопаровой кавитации, но при этом самым главным благом, то, что мы с вами будем продавать, будет являться не установка, а исключительные права на нее и характер ее использования. Вот именно поэтому у нас формируется децентрализованная система бизнеса. У нас есть франчайзи, субъект, который намеревается купить франшизу где-то в Индонезии. Для этого он должен приобрести специфический контрольный определенный пакет акций, который подтверждает серьезность его намерений. Как только он приобретает этот пакет акций, он имеет право заключить договор на формирование розничной сети вендинговых аппаратов на конкретной выделенной ему локации. Допустим, Джакарта. Формируется количество аппаратов, которые он предоставляет, заключается и исполняется договор лицензионный, в первую очередь на возможность использования исключительных прав, и ему передаются все необходимые знания и технологии. Более того, как только эти аппараты ставятся и начинают работать, с каждого стаканчика, каждый налитый стаканчик или купленный продукт, часть средств по программе Royalty попадает в компанию Agrix как вознаграждение. Иначе говоря, предприниматель платит дважды. Второй раз он платит фиксированный процент, допустим, за каждый проданный стаканчик. А размер этого процента мы с вами обсуждать не будем, потому что он еще будет формироваться, исходя из распределения правильной экономической нагрузки, чтобы, с одной стороны, нашему франчайзи не было тяжело, но, с другой стороны, чтобы компания Agrix тоже зарабатывала денежные средства и удовлетворяла интересы своих акционеров. Здесь и будет формироваться основная добавочная стоимость, что вот в момент стаканчика пропорционально происходит распределение затрат. Допустим, 30% суммарно, вот с учетом франшизы, идет Agrix, 70% идет франчайзи на месте. Потому что у него есть издержки, у него есть убытки, они должны быть покрыты, плюс он на этом должен заработать. Вообще, формирование бизнеса вот этого франчайзи по формированию системы, он подразумевается быть созданным при использовании технологии краудинвестинга. Получается, возможна ситуация, при которой не нужно одному франчайзи брать огромную сразу сумму денег, чтобы заключать договор и рассчитываться с компанией. Возможна система софинансирования, когда мы позволяем партнерам компании Agrix объединиться вместе с этим франчайзи, допустим, предоставить ему деньги, сформировать общее дело. И они тогда будут являться долевыми партнерами не только компании Agrix, но и этого франчайзи. Получается,
каждый, кто профинансирует или вступит в систему софинансирования деятельности по формированию вендинговой структуры, он будет зарабатывать дважды. Во-первых, он зарабатывает как акционер, потому что часть из стаканчика идет в компанию Aquix как роялти. Во-вторых, он зарабатывает как сопартнер франчайзи и на равных началах с ним, потому что он предоставил деньги этому франчайзи, получает выгоду от использования стаканчика. Условно говоря, вот есть у нас стаканчик. 30% это гипотетические, это примерные суммы, они просто приведены для примера. Из 30% из стаканчика они уходят Aquix, 70% остается франчайзи. Из этих 30 в компанию Aquix в качестве распределения инвестиций, в качестве распределения дивидендов отходит порядка 12% от 30. Ну, мы говорим не о 30 минус 12, а о 30, которые 100 минус 12. Это деньги, которые идут на распределение в качестве дивидендов. От оставшихся 70 пропорциональная сумма, выделяется сумма пропорциональная вкладу соответствующего партнера в участие. Следовательно, если вы, я, допустим, вложился в формирование... формирование этой структуры, то я, во-первых, заработаю на дивидендах, во-вторых, я получу свою долю от франчайзи, потому что 70%, в которые он попадет, они будут пропорционально распределены. Таким образом, во-первых, формируется система, в которой все могут поучаствовать. Во-вторых, компания Aquix не несет дополнительных, ненужных и нецелесообразных издержек на формирование большой и громоздкой системы взаимодействия. С одной стороны, мы как Макдональдс, мы везде и нигде одновременно. Мы зарабатываем деньги везде, при этом нам не нужно нести несоразмерных издержек и нести несоразмерных убытков. Это очень важно. Так, мне подсказывают, что к нам приходят вопросы. Давайте я их зачитаю. Уважаемые партнеры, вот относительно вопросов, которые касаются стоимости, я не могу о них говорить, потому что это, во-первых, не моя компетенция. Во-вторых, я скажу, что этого еще нет. Вот я сейчас частично отвечу на те вопросы, которые касаются взаимодействия. Вот продажа акций, да, вообще, смотрите, у нас в мире не так уж и много механизмов формирования капитала, благодаря которому можно развиваться. Вот продажа Aquix, акций Aquix, это один из механизмов. Но есть, так сказать, механизмы, ну, так сказать, есть ресурсы возобновляемые, есть невозобновляемые. Вот акции – это ресурс невозобновляемый. Он продается, к сожалению, на начальном деятельности, на начальном этапе деятельности компании приходится использовать именно этот механизм финансирования. Как только мы увидим, что франшиза вендинга приносит прибыль, когда мы видим, что этой прибыли достаточно, чтобы финансировать деятельность компании и осуществлять научно-технические исследования и разработки во всех остальных направлениях, которые нами были заявлены, а они указаны на сайте, вы их прекрасно видите, в этот же момент продажа акций прекращается автоматически. Потому что зачем продавать акции, если компания уже самодостаточна? Она уже сама генерирует прибыль, она сама формирует доход. В этот момент просто принимается решение, потому что все акционеры будут на это, будут с этим искренне согласны. Потому что чем меньше акций уйдет из компании, чем больше акций останется внутри самой компании, во-первых, больше сохраняется корпоративный контроль, это первое. И второе, очень немаловажно, компания, она уже становится живой, ее не нужно со стороны подпитывать, она самостоятельна. Условно, вот у нас есть ребенок, которому не хватает денег, он постоянно ходит к маме и папе просить деньги на карманные расходы. А теперь представьте ребенок, который начал зарабатывать, и даже начального заработка ему хватает на то, чтобы закрыть все свои основные потребности. Ну вот мы к
как только мы придем ко второй модели, про продажу акций, ну, можно будет забыть, в принципе. Что касается франшизы, конечно же, она будет полной. Мало того, что она будет окупать полностью издержки проекта по исследованию, мы думаем, что прибыли будет достаточно для того, чтобы начинать открывать новые направления исследований и масштабировать хозяйственную деятельность в других направлениях. Потому что тот экономический потенциал, который был просчитан применительно к виндинговым аппаратам, он на самом деле колоссален. И если сейчас они зайдут, а они зайдут, первая испытательная стартовая площадка будет в Омске. Это будет первая и последняя площадка, которую будет контролировать компания Aquix самостоятельно. Мы должны набраться опыта, мы должны понять, как оно работает. Мы должны это испытать сами, чтобы не как вот эти левые мастера по продаже франшиз, они сами бизнес не сделали, но франшизу уже продают. Вот мы откроем, испытаем, проверим. Сами хлебнем всего того, что там будет, сами получим все сертификаты, разрешения, стандарты. И только после этого мы запустим готовую франшизу. Потому что сырая франшиза, она никогда не пойдет, она никогда не заработает. Никогда вы не сделаете франшизу компании McDonald's, если вы сами не делаете бургеры. Здесь пример один в один. Вот именно поэтому сейчас мы интенсивно готовимся к изменению в концепции взаимодействия. Мы ждем окончания научно-технических работ по формированию вендинговых аппаратов. Прототипы уже есть, вы их видели, они работают. Сейчас мы ждем итоговую версию. Как только появится итоговая версия, мы незамедлительно подготовим на нее документацию на патентование соответствующих устройств и начнем сертификацию под Российскую Федерацию. Как только мы получим патент на вендинговый аппарат и сертификаты соответствия, мы автоматом запустим сеть во все основные зоны деятельности. Так. Так, уважаемые участники, я вижу, мне тут пришли еще вопросы. Вот смотрите, моя задача сейчас описать общий характер франшизы, как она работает. Получается, франшиза – это исключительное право. Вот именно само описание франшизы, оно появится позднее, когда мы точно поймем все, что нужно дать нашему франчайзи на месте. Что он должен иметь? Оборудование, инструкции, механизмы. Это не просто так, знаете, вот франшизу продал, там текст, две страницы. По сути, франшиза отличается годной от негодной тем, что в годной франшизе за вас, вот тот, кто вам дает франшизу, он делает, по сути, все за вас. Он дает вам оборудование, он дает вам поставщиков, он дает вам возможность использования, он дает вам образование, он дает вам годных сотрудников, он дает вам контроль, он дает вам сертификацию. Вот это мы должны сделать, чтобы франчайзи сделал минимум, заключил аренду, поставил автоматы, включил их в розетку, залил воду и чтобы они начали работать. Вот это все, что должен сделать франчайзи. Но иногда ходить проверять, не закончились ли стаканчики. Все остальное должны сделать мы. И вот поэтому более конкретная информация по порядку взаимодействия, вот именно в нюансах, а она появится чуть позднее. Сейчас мы говорим с вами в целом. Вот, что касается именно франшизы, у меня на этом, по сути, все. Вот сейчас бы я хотел поговорить именно про цифровизацию и токенизацию, которая вызывает самые большие вопросы. Дело в том, что есть очень много видов токенов. И из них 99% это мусорные фантики. Это те токены, за которыми нет ничего реального. Они нецелесообразны. Они не дают вам ни возможности обменять их на рынке, ни возможности требовать корпоративных прав внутри. Компания Aquix разрабатывает концепцию цифровизации не раз на 2 месяца или раз на полгода. Сейчас мы находимся на этапе формирования концепции цифровизации единой навсегда. Вот именно поэтому мы должны сформировать структуру взаимодействия и взаимосвязи. Давайте себе представим ситуацию. Вот вы акционер компании Aquix, и вы хотите попить напиток.
Вот стоит венинговый аппарат. Должны ли вы это делать на общих условиях? Через покупку соответствующего напитка и продажу через безнал. В каком-то смысле это несправедливо и нецелесообразно. У вас есть акционерный токен, который дает вам как минимум скидку, который дает вам преимущество. Значит, когда вы подошли, чтобы попить напиток, у вас этот токен должен использоваться не только как корпоративный, но и платежный. Очень много сложностей при формировании механизма распределения. Что мы вообще хотим сделать? Токены Aquix, вообще это будет совокупность, целая плеяда токенов, которые будут в итоге завязаны на один большой Aquix Coin, который будет выступать в качестве универсального средства, на которое завязывается все. На него будут завязаны корпоративные токены, которые закрепляют акции. На него должны завязываться платежные токены Aquix, по которому вы можете подойти попить напиток. У вас должны быть товарные токены Aquix. Это те токены, которые закрепляют за вами право на конкретную установку, на конкретное оборудование. Вот когда проводились в самом начале розыгрыши, когда люди выигрывали там кавитаторы, изонаторы, у вас тоже должен быть не просто кавитатор, но и токен. Почему мы большое внимание уделяем формированию вот этой цифровой среды? Еще раз, вот что такое компания Apple? Apple это не iPhone или iTunes. Apple это инфраструктура, войти в которую вы можете только если у вас есть товар или продукт Apple. Вы входите в особую среду, взаимодействовать в которой вам позволяет соответствующее устройство. В нашем случае устройство само по себе мертво. У вас должен быть токен на него. Все устройства компании Aquix, все ее корпоративные сегменты, они будут завязаны в один программно-аппаратный комплекс, где будет все. И не важно просто, и не нужно просто сделать условно Aquix Coin корпоративный, Aquix Coin платежный. Они должны между собой находиться в связи, во взаимозависимости. Значит, там должны быть и внутренние, и внешние расчеты. Вся хозяйственная деятельность компании будет завязана на этот программный аппаратный комплекс. Не так, что мы с вами бухгалтерию ведем в программе 1С, а внешние сведения берем откуда-то. Нет. Наша токенизация, она такова, что она показывает и внутренние корпоративные отношения, и одновременно она показывает внешние. Не потому, что это разные токены, а потому, что это элементы одной цифровой инфраструктуры. Вот мы говорим с вами вот несколько уже месяцев о том, как будет формироваться вот, потом цифровизация акций. Вот есть две модели. Вот сейчас за каждым договором, за каждым пакетом, вот за всем то, что вы купили, кроется право собственности на акцию. Вы можете прийти и забрать эту акцию в любой момент. Но есть два варианта, которые мы вам предлагаем. Вы можете прийти и забрать, как обычный акционер. Записаться в реестр и вопросов нет. Ради бога, мы только будем рады, если там начнут появляться акционеры. Но это классический механизм. Это те стандарты, по которым работает весь мир. Это все хорошо, это все здорово. Но распоряжаться такой акцией очень неудобно. Вот поэтому мы сейчас готовим концепцию цифровизации, где будет альтернативный механизм в виде токена. Получается, токен будет выступать как доказательство бесспорного права на получение акций. Иначе говоря, кто придет к нашему реестродержателю и предъявит ему этот токен, тот и получит акцию. Условно говоря, в чем разница между цифровизацией Aquix, акций, токенизацией Aquix и обычной акцией Aquix? Вот по содержанию разницы нет. Вы как в первой, так и во второй модели будете получать дивиденды. Абсолютно в одинаковом количестве, абсолютно одинаковым образом. Разница только в обороте. Вот чтобы продать акцию, которая у меня в реестре, мне нужно написать нотариальную доверенность.
отправить ее реестродержателю. Чтобы я ее продал, должен не только я написать эту доверенность и отправить реестродержателю, но и покупатель тоже должен выдать такую доверенность и отправить. Получается, я формирую доверенность где-то в России. Я ее должен отправить реестродержателю. Это неделя. Неделя транспортной доставки. Потом он должен, реестродержатель должен дождаться соответствующей доверенности и от покупателя. Это еще неделя. После чего он возьмет две доверенности и проведет сделку, изменив ваше имя в реестре. Поменяв ваше имя на имя вашего контрагента. Мы хотим сделать, чтобы вы обменивались своими акциями, не прибегая к этому посреднику, потому что это долго, медленно и неэффективно. Мы создадим вам инфраструктуру, в которой акции будут выражены в токенах. И вы сами будете свободно выбирать, кому, когда и как отдать эти токены. Вы можете в любой момент их передать любому третьему лицу. И это третье лицо, предъявив их в цифровой форме реестродержателю, не отправив нотариальную доверенность, а просто передав их ему, то, что делается за секунду через смарт-контракт, автоматом само появится в реестре. Вот и все. Поэтому здесь просто формируются две модели. Вы имеете надежность акции и удобство оборота, которое присуще токену. Если вы не хотите удобства оборота присущего токена, ради бога войдите в реестр. Только потом ваша реализация и продажа будет затруднена, потому что все вы будете продавать акции по классическим правилам классических акций. Это медленно, это сложно, это неэффективно и это дорого. И получается, в этот момент акции, которые будут представлены в форме токенов, будут обладать большей экономической стоимостью по одной простой причине. Они быстрее и эффективнее продаются. Не нужно нести издержек на их продажу через реестр. Получается, комфорт, удобство и скорость реализации, они влияют на товар. Вот если среди вас есть представители, ну, поколения, которое полноценно испытала 90-е, я, конечно, наслышан только по рассказам своих родителей и по рассказам, ну, коллег, с кем когда-то работал. И вот они говорили такую вещь, что, допустим, если у тебя был талон, там, когда мебель распределялась по талонам, условно говоря, если у тебя там стенка или кухонный гарнитур стоял дома, ты его мог продать за 5000. А если у тебя был талон на получение этой стенки или кухонного гарнитура, допустим, даже через неделю, ты его мог продать только за 3000. Потому что, во-первых, не знали, вот реально, придет он через месяц или не придет, а может быть через 3. Придет он синий или фиолетовый, придет он с двумя створками или с одной. Вот когда есть посредник, работать всегда неэффективно. Вот мы вам позволяем сделать, создавая токены, уйти от посредника. И это даст дополнительную стоимость. Но, еще раз, как только мы будем готовы выпустить акции полностью, как только будет сформирована правильная концепция токеномики, в этот момент каждому из вас будет предоставлено две возможности. Превратить акции в запись в реестре, войти в реестр, или превратить акции в токены. Вот этот момент будет основополагающим. Потому что если вы выберете выход в акции, вы не сможете создать токены. Если вы выйдете в токены, в любой момент вы можете свой токен превратить в акцию. Но, еще раз, хотите надежности, возьмите акцию. Хотите скорости, эффективности, быстроты оборота, давайте скажем честно, современный рынок спекулятивный. Суть его формирования добавочной стоимости – это в спекуляции, а это удобство и скорость реализации. Вот наши токены позволят вам это сделать. Получить дополнительный спекулятивный эффект. А вот акции, которые будут в реестре, вы их сможете продавать, только это будет медленно и неэффективно. Так, возвращаясь к вопросам, один из них был у нас как раз посвящен реализации. Да,
Да, Дмитрий, отвечая на ваш вопрос, конечно, это компетенция ЗОДа. Я, может быть, здесь могу допустить ошибку, но она будет касаться незначительных формальных этапов. Но как только акции будут выпущены, и точнее токены, за которые будут стоять акции, будут выпущены в свободный оборот на криптобиржах, в этот момент продажа акций закончится полностью. Получается, с этого момента компания будет уже использовать другие механизмы формирования финансовой доходности. И они не будут завязаны на реализации акций третьим лицам. Вот и все. Вот на этом я бы хотел в целом закончить. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас еще вопросы ко мне, на которые я не дал ответ? А, вот Анастасия задавала вопрос, как стать администратором бизнеса. Администратором бизнеса вам стать будет достаточно просто. Вот первое, что вы должны сделать, вы будете должны приобрести специальный пакет. Пакет от компании Aquix. Для чего он сделан? Он сделан для того, чтобы гарантировать вашу бизнес-надежность. Условно говоря, это небольшой залог, который формируется для того, чтобы компания точно знала, что вы начинаете развивать товаропроводящую сеть на месте, систему. После чего с вами заключается договор, и по этому договору вы получаете весь комплекс необходимых документов, товаров, работ и услуг. Условно говоря, как только вы заключили договор, вы, как администратор бизнеса, делаете только три вещи. Вы арендуете места, куда поставить аппараты. Вы обслуживаете эти аппараты, ну, подключаете их к электропитанию, к интернету и к водоснабжению. И третье, вы контролируете последовательность работы этих механизмов. Все. Это вот все, что должен сделать администратор бизнеса по формированию вендинговой сети. Все. Все остальное аппараты сделают полностью за вас. И расчеты, они тоже полностью произойдут за вас. Вам не нужно будет даже нанимать бухгалтера. Потому что тот программный аппаратный комплекс, который в них установлен, он будет виден вам, он будет виден компании, он будет виден всем акционерам. И все будут видеть с одного стаканчика, куда, сколько, как денег ушло. Вариант крысятничества, который процветает в Макдональдсе до сих пор, он здесь работать не будет в принципе. Если вдруг, и вот эта установка программно-аппаратного комплекса, чем она хороша? Потому что если вдруг в аппарате возникает какая-то проблема, ее решать будет не администратор, ее решать будет компания Aquix. А если вдруг администратор начнет вести себя недобросовестно, мы просто имея полный цифровой контроль над аппаратом, мы его заблокируем. Вот и все. И в любой момент компания Aquix сможет забрать этот аппарат назад, потому что благодаря технологиям мы всегда будем знать, где он работает, не работает, как работает, и в случае чего он может быть легко возвращен. Но, Виталий, смотрите, компания должна предоставить вам возможность. А воспользуетесь ею вы или не воспользуетесь, это уже все зависит сугубо от вас. А что касается криптобиржи, этим выбором ее занимается у нас другой человек, компетентный и ответственный за это, потому что в основе выбора криптобиржи лежит именно маркетинг, популяризация и экономические, так сказать, цели и задачи, они не связаны с юриспруденцией. Да, Flame God. Вы можете выбрать такой вариант, при котором, допустим, у вас есть пакет условно 5000 акций. Из них 2,5 вы можете перевести в акции, 2,5 можете перевести в токены. И вот этот настройку мы ее сделаем, предоставим возможность, чтобы вы сами решали, сколько активов в какой форме вы хотите видеть. Допустим, кто-то хочет видеть 1000 в виде акций, а 4000 в виде токенов. Пожалуйста. Кто-то хочет видеть наоборот. Это, поймите, все зависит от вашей стратегии. Что вы хотите и что вам нужно. Если вы хотите
выждать какой-то длительный период, когда акции вырастут сильно, то, допустим, вы заходите в классические акции, если вы заходите лет на 10. А если вы спекулянт, ну в хорошем смысле этого слова, и хотите заработать побыстрее, то тогда вам целесообразнее вывести в токен. Тут поймите, в чем суть-то. Вопрос в том, что мы должны сделать так, чтобы вот в одном из мультфильмов детям дали выбор. По-моему, Sounds Park, там выбирали талисманы, получилось так, что детям дали выбор между одним очень нехорошим объектом и другим очень нехорошим объектом, и говорят, цените, что у вас есть выбор. Настоящий бизнес так не ведется. Компания должна предоставить вам два нормальных, не так, чтобы у вас был выбор без выбора, а чтобы у вас был нормальный выбор между двумя активами. Вот именно этим мы сейчас занимаемся. Почему у нас так иногда что-то происходит медленно? А потому что это очень сложные вещи, на них завязано очень много разнообразных механик. Приходится очень много думать, решать и преодолевать, потому что те механизмы, которые внедряем мы, вот тут самая большая засада, на самом деле, она в отделе юриспруденции. Почему? Потому что классических механизмов, о которых мы хотим интегрировать, их в мире нет просто. Поэтому каждый раз мы вынуждены создавать принципиально новые юридические модели. Мы не можем воспользоваться старой механикой, которая уже есть на рынке. Мы ее разрабатываем с нуля каждый раз. Игорь, относительно блокчейна, он будет, и насколько я знаю, он будет собственный, он будет доморощенный, создан сам, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность. FlameGuard, вот что касается порядка оформления франшизы. Вот первый этап будет тестирование в России и тестирование в Омске. Мы его проводить мы будем сами. Вот мы ее оттестировали, и после этого мы даем вам весь свободный мир. Вот где хотите, там и открывайте. На любой территории, в неограниченном количестве. Допустим, FlameGuard, вы живете в Ростове-на-Дону. Говорите, я хочу открыть в Ростове-на-Дону 3 аппарата. Ради бога. А тут же вы понимаете, что рядом с вами Азов. Вы можете в Азове. Тут же вы пишете, открываю в Ростове-на-Дону и в Азове. И без проблем. Просто, вот смотрите. Модель выбора места и количества аппаратов в самом начале будет зависеть полностью от ваших интересов и от ваших предложений. Вы сами будете говорить, где вы хотите и сколько. Компания Acrix будет не выбирать за вас, а одобрять. Вот, допустим, вы сказали, я хочу открыть в Ростове-на-Дону 20 аппаратов. Да ради бога, берите, открывайте, мы только за. Вот когда рынок уже будет насыщен аппаратами, тогда с неизбежностью придется вводить механизмы субординации, при которых всем было бы хорошо, и ограничений. В самом начале, вот вы сказали, открывая два на Марсе, нам нет разницы, как вы доставите их на Марс. Мы их вам просто дадим. Все. Ага. Возможно, FlameGuard, возможно, это будет Binance. Возможно. Я, честно вам скажу, я не знаю, потому что я буду в самый последний момент уже оформлять отношения с соответствующим контрагентом, а у них юридические модели принципиально разные. Главное, чтобы экономика, охват аудитории, вот эти вопросы концептуальные. Вот, Игорь, смотрите, вот относительно вопроса, как будет определяться цена. Вот как только мы прекращаем продажу акций, в этот момент ее цена формируется, исходя из двух условий. Первое – это того, что стоит за акцией, и второе – это как удобно ее продавать. Вот того, что стоит за акцией, здесь у токенизированной акции, у простой цена будет одинаковая. В этой части. Почему? А потому что и за той, и за другой акцией стоит одинаковое количество имущества. Допустим, капитал компании в 10 миллионов долларов.
Вот он есть, он факт. Он распределен на один, условно, миллион акций. Поэтому неважно, какая акция, они имеют пропорциональную долю в этом капитале. Все нормально. Но тут же влияет второй фактор. Удобство оборота. А вот удобство оборота будет уже зависеть не от компании Aquix, а от рынка, от соотношения спроса и предложения. Допустим, если я могу продать вам акции в моменте через секунду, то для нас с вами их цена выше, чем если я их смогу продать вам в лучшем случае через неделю. Получается, рынок, вот это удобство в обороте, это тоже благо. Оно тоже имеет свою стоимость. Вот вы же все знаете про обнал, что в России есть практика обнала, когда люди обналичивают деньги. И условно один безналичный рубль равняется, допустим, 70 копейкам в реальном рубле. Почему? А потому что реальным рублем вы можете легко обмениваться, быстро, эффективно, самостоятельно, а безналичным рублем вы так обмениваться не можете. И вот получается, как бы стоимость у них одна, а исходя из потребностей участников рынка, стоимость у них разная. Ценность для участников рынка разная. Потому что когда вы можете что-то продавать быстро сами, это один расклад. А когда медленно, сложно с ограничениями, это совсем другое. Так, И поэтому в один момент времени, Игорь, они могут различаться. Не потому что за ними будет разный капитал. Капитал будет одинаковый. Их оборотоспособность будет разная. Это будет цениться. Дивиденды смогут получать, токены не будут начисляться. Или на акцию. Потому что и там акция. Это не принципиально. Виталий, в том числе, вот относительно покупки, за что будет осуществляться расчет, надеюсь, я на вопрос Евгения ответил, вот относительно того, как будет формироваться дивиденда. Вот относительно вопроса Виталия, здесь будет несколько механизмов. Захотите за токен, покупите, захотите обычный расчет, покупайте как обычный расчет, но за токен вам будет бонус, вам будет скидка, скорее всего, дисконт. Это экономические модели, они будут рассчитаны отделом экономики и маркетинга. Это, честно вам скажу, не юриспруденция. Но, скорее всего, будет так. А нет, смотрите, администратор FlameGuard зарабатывает полностью на продаже. Вот сколько он продал, столько он заработал. Вот продаст на миллиард, мы с удовольствием отдадим ему всю его огромную долю. У него доля в проценте от итоговых продаж. Вот только так. Тут не будет фиксированной платы, потому что фиксированная плата – это очень негативный механизм. Потому что самый дорогой труд – это бесплатный труд. Поэтому сделать фикс – это неинтересно, потому что оно не стимулирует. Поэтому мы ведем деятельность открыто и справедливо. Вот если человек заработал на миллиард, ну, значит, он что-то сделал для того, чтобы этот миллиард сформировался. А миллиард сам с собой не придет. И если компания Aquix чувствует, что в одной локации один аппарат продает на миллион, а рядом же стоит аналогичный, продает на 100 тысяч, это говорит о том, что не в аппаратах дело, а в администраторе. И тот, кто получает миллион, он, наверное, вкалывает больше. А раз он вкалывает больше, значит, он и должен получать пропорционально больше. Вот это такова политика компании. Есть ли еще вопросы, уважаемые участники мероприятия? Если вопросов нет, мне было бесконечно приятно пообщаться с вами, потому что мы достаточно давно уже не выходили на связь. Мне было приятно отвечать на ваши вопросы. Вот теперь я вижу, что вы тоже начинаете понимать, углубляться в характер деятельности. И в этом плане мне, как участнику проекта, бесконечно приятно, что этот проект действительно цепляет людей, он будоражит умы и сознание. Хотят этим заниматься, и это высшая награда для нас. Виталий, внутренняя биржа будет, но еще раз, это отдел маркетинга. Вот порядок, последовательность ее открытия,
это будут решать уже непосредственно маркетологи и экономисты. То, что она будет, это факт. Я вам могу сказать, да, будет и внутренняя биржа, будет внешняя биржа. Для того, чтобы ну, сформировать, дать какое-то преимущество участникам компании, которые раньше зашли. Но когда, в каком порядке и каким образом они откроются, я, к сожалению, не могу вам дать этот вопрос. Это вот лучше, когда будет вебинар с Артемом и с Зодом. Вот у них лучше спросить. Ну, раз у нас нет вопросов, уважаемые участники мероприятия, еще раз позвольте вас поблагодарить за активность, за ваше участие, за ваш интерес и, самое главное, за вашу поддержку. Сейчас, ну, действительно, в мире объективно тяжелая ситуация, но видя на динамику, видя на то, что происходит с нашей компанией, мы все испытываем бесконечную благодарность и веру в наших контрагентов, которые нам помогают делать мир немножечко лучше. Потому что вопрос, когда бизнес дает делать только деньги, он прошел. Мы все с вами начинаем быть социально ответственными. И компания Акрис – это один из примеров, когда мы действительно можем построить, с одной стороны, доходную экономическую модель, не пожертвовав взаимной внешней ответственностью. Сделаем наш мир лучше. Thank you.